24 марта – день борьбы с туберкулезом. Это одна из старейших известных человечеству болезней. Даже успехи современной медицины по разработке диагностических средств и лечения сложных инфекций не могут победить этот недуг. О проблемах, с которыми сталкиваются медики в борьбе с туберкулезом, о том, кто больше всего подвержен этому заболеванию, а также о ситуации с болезнью в Приморье, мы расскажем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Наталья Анатольевна Полякова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Приморского краевого противотуберкулезного диспансера. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Очень приятно, здравствуйте. В июне прошлого года главный государственный санитарный врач Приморья подписал постановление о введении в регионе ежегодных проверок населения на туберкулез. Какова, собственно, ситуация на сегодняшний день? Может быть, есть улучшение, может быть, есть ухудшение? Расскажите нам, пожалуйста, и, может быть, у вас есть какая-то статистика? Ну, в этом году, в общем-то, Приморский край показывает устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости, хотя все равно наши показатели остаются очень высокими, в несколько раз превышающими среднероссийские значения. В этом году у нас выявлено больше 2000 больных туберкулезом на территории Приморского края, то есть из каждых 100 тысяч населения 112 человек больны активным туберкулезом, тоже, то есть могут быть потенциальными источниками инфекции. Для сравнения, Российская Федерация в этом году показала аналогичный показатель 48 больных на 100 тысяч населения. Как видите, в 2,5 раза мы все равно превышаем среднероссийские значения. Но в целом, по отношению к уровню 2016 года, заболеваемость у нас упала. Это получается процентов на 15 мы упали где-то. У нас снизилось, что очень приятно, потому что у нас как бы государством предусмотрена программа по снижению смертности от различных заболеваний, в том числе и одно из приоритетных направлений – это снижение смертности от туберкулеза. У нас очень здорово снизилась смертность от туберкулеза. На 15%, и, в общем-то, намного меньше умерло от туберкулеза людей, чем в предыдущие годы умирало. Хотя тоже из смертность остается превышающей средние российские значения в 2,5 раза. А почему все-таки у нас похуже статистика, чем в других регионах, городах? Ну, на это есть разные совершенно предпосылки. Это и историко-географически, мы не будем в них углубляться, потому что это история давняя, она началась еще со времен декабристов тянется и со времен Восточно-Китайской железной дороги. И все эти своеобразные предпосылки привели к тому, что на территории Приморья циркулирует совершенно особенный штамм туберкулезной палочки, который особой вирулентностью сильно заразен. Это и в определенной степени социально-экономические предпосылки и формирование очень большого. У нас очень была экстремально высокая заболеваемость в 90-е годы. И сейчас, вот все, что мы видим сейчас, это еще отголоски того вот экстремального повышения заболеваемости вот в 90-е годы. Насколько мне известно, не так давно в Приморье, во Владивостоке появился новый метод выявления туберкулеза. Это технология ТЭСПОТ. Можете немного рассказать о ней, как она работает и чем же она так хороша? Ну, вообще, Министерством здравоохранения в марте прошлого года принят приказ номер 124 о массовых профилактических обследованиях на туберкулез. И в этом приказе оговаривается для населения всего три метода выявления туберкулеза. Для детей от 1 до 7 лет это методика с применением туберкулина очищенного. Для детей от 8 до 14 лет это методика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного, в простонародье называемого диаскин-тестом. Для подросткового населения и населения старше 18 лет преимущественным методом является метод флюорографического обследования. Эти методы оговорены. Эти методы включены в базовые программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
И государство гарантирует применение этих методов у людей. Что касается технологии ТИС-ПОД, это технология, безусловно, удобная, очень достоверная. И преимущество по отношению к туберкулину и рекомбинантному аллергену туберкулезному заключается в том, что эта технология происходит экс-витро, то есть вне организма человека. Технология достаточно дорогостоящая, но на сегодняшний день она по показаниям выполняется у нас в детской туберкулезной клинической больнице и некоторыми частными клиниками, ну, уже там на добровольной договорной основе. Но в базовые программы обязательного медицинского страхования этот метод не включен. Многие считают, что туберкулез – это болезнь определенного социального слоя, да, то есть это там бездомные люди, ну, и так далее, то есть такие достаточно маргинальные группы населения. Я знаю, что это, конечно, не так, потому что от туберкулеза не застрахован, увы, никто. Не можете немножко на эту тему? Давайте поговорим, наверное, обсудим как-то и расскажем о том, что все-таки нужно быть внимательнее к себе и не думать, что нам всем туберкулез не страшен, да? Ну, в определенном отношении вы правы, конечно. Да, туберкулез – это существуют группы повышенного риска по заболеванию туберкулеза. Действительно, эти группы бывают социальные, куда вы правильно совершенно отнесли лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Но кроме этого, существуют и группы медицинского риска, куда относятся больные хроническими заболеваниями, прежде всего сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, хроническими почечными заболеваниями. Сейчас во многих отраслях медицины у нас применяются генно-инженерные препараты, которые обладают достаточно мощным иммуносупрессивным действием. И под воздействием этих препаратов тоже происходит снижение защитных сил организма и может развиться такое заболевание, как туберкулез. Поэтому особую категорию больных представляют ВИЧ-инфицированные граждане, люди, живущие с ВИЧ, потому что для них это заболевание основное, это основная оппортунистическая инфекция. И если вот мы говорили выше о том, что у нас в общем населении 112 человек на 100 тысяч, да, больны, то если мы возьмем 100 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, то там порядка 7 тысяч человек будет больны туберкулезом. То есть для этих людей это действительно опасная инфекция. Поэтому вот вы, естественно, понимаете, что у нас хроническими болезнями болеют не только социально дезадаптированные граждане, может быть, даже наоборот, где-то у нас есть болезни образа жизни и определенных факторов, которые чаще встречаются у людей с совершенно нормальной социальной адаптацией. Поэтому пораженность населения и инфицированность населения микобактериями туберкулеза у нас чрезвычайно высока в Приморском крае. И в этом же приказе о профилактических медицинских осмотрах говорится о том, что профосмотры можно делать два раза в год, но для территорий, у которых заболеваемость менее 60 на 100 тысяч, а у нас 112, то есть мы должны, вынуждены прийти к тому, что мы делаем профосмотры ежегодно. Поэтому, собственно, главный санитарный врач Приморского края такое постановление и вынес. Тут совершенно все правильно и как бы объяснимо и понятно. Поэтому мы все должны проявить настороженность в отношении этого заболевания. Например, мы едем в автобусе, да, человек закашлял, и, ну, конечно, не знаю, извините, туберкулез у него, да, или же просто он простудился. Действительно ли так просто воздушно-капельным путем заразиться? И понятно, что есть там люди с пониженным иммунитетом, как вы сказали выше, но все-таки каков риск, да? Ну, мы все должны понимать, что туберкулез – это заболевание инфекционное. И оно передается только при контакте
больного человека со здоровым. И еще возможен вариант, когда больное животное туберкулезом болеет крупный рогатый скот. Но для Приморского края это не сильно актуальная тема, поэтому мы вот сейчас об этом говорить прям не будем. Для нас наиболее вот актуально это контакт больного человека со здоровым. И здесь, конечно, имеет значение плотность контакта. То есть или вы эпизодически проехали в автобусе, и вы нормальный социальный человек, и, в общем-то, риск заражения тут невелик. Либо вы проживаете на одной территории, либо работаете в одном помещении с человеком больным туберкулезом, активной формы туберкулеза. И тогда ваш риск заражения возрастает в десятки раз. Не просто в разы, а в десятки раз. И почему важно своевременно проходить профилактический медицинский осмотр? Для того, чтобы выявить туберкулез на ранней стадии, когда больной человек не очень опасен при общении в быту. Он все равно сохраняет, ну, то есть инфекционное заболевание, но без микроба его не бывает. И человек может заразить даже ребенка чаще всего, который в очень близком, тесном контакте, супруга, даже при наличии небольшой формы туберкулеза. Поэтому чем раньше выявлено заболевание, тем быстрее оно излечится, тем меньше потенциальных зараженных вокруг больного человека. По каким признакам можно определить, что у человека туберкулез? Я имею в виду, безусловно, внешние признаки сейчас. То есть в любом случае есть какие-то симптомы, да, ну, помимо кашля, о котором мы говорили и так далее, есть ведь еще, наверное, какие-то проявления, не знаю, там худоба излишняя может быть. Расскажите об этом. Туберкулез – это заболевание малосимптомное. И на протяжении довольно-таки длительной, это медленная инфекция, развивается она медленно. И на протяжении длительного периода времени она может вообще никак себя не проявлять. Человек болен, но чувствует себя абсолютно здоровым. Ко всему прочему, туберкулезная интоксикация имеет определенные особенности. И описаны в старой литературе случаи, что люди, больные туберкулезом, иногда чувствуют себя, наоборот, лучше. Они, у них повышается фон настроения, они такие довольны, эйфоричные. Блестят глаза. Да? Глазки блестят, румянец появляется. Ну, так описано в старой литературе. Да? Но на сегодняшний день чаще всего туберкулез не проявляется никак. Это, и когда мы говорим о том, что больной начинает ощущать себя как-то не так, то есть действительно вы совершенно правильно описываете симптомы о том, что он похудел, у него появилась повышенная утомляемость, потливость по ночам, температура может повышаться в утренние либо вечерние часы, чаще до невысоких значений, до там, не выше 37,5-38 градусов температура повышается, может появляться и кашель, и какие-то другие симптомы, но все это не является достоверным признаком туберкулеза. И человек, который кашляет рядом с вами в транспорте, не обязательно и чаще всего не болен туберкулезом. Чаще всего у него что-то, какая-то банальная инфекция. Угу. Поэтому вот так определить на глаз, этот болен, этот не болен, ах, вот у нас тут какой-то живет алкоголик, и он, наверное, болеет туберкулезом, потому что он как-то не так выглядит, так сказать нельзя. Давайте поговорим, наверное, о лечении туберкулеза сегодня. Все-таки медицина не стоит на месте, постоянно развивается. И слава богу, что с этой болезнью сегодня активно и достаточно хорошо борются. Каковы, мы немножко говорили, да, о методах диагностики. Вот интересно поподробнее поговорить именно о лечении. Каковы сегодня эти методы и на какой стадии все-таки еще возможно, да, туберкулез излечить на сегодняшний день? Ну, значит, первое, что мы должны с вами говорить, о том, что туберкулез на сегодняшний день – это заболевание излечимое. Излечимое полностью, если выявлено в нужный срок. В нужный срок, да. Кроме выявления туберкулеза, имеет значение еще полная его диагностика. То есть мы должны подтвердить, на сегодняшний день нашими стандартами предусмотрено, что мы должны не только сказать, а вот у вас на рентгене такие-то изменения, которые соответствуют туберкулезным, но мы должны еще подтвердить наличие в средах организма
возбудителя туберкулеза. Одним из методов это может быть метод микроскопии, это может быть метод полимеразной цепной реакции, и, либо метод пассивной, золотой стандарт бактериологии. Кроме подтверждения наличия возбудителя в организме, мы проверяем этого возбудителя на чувствительность к основному спектру противотуберкулезных лекарственных препаратов. И потому что туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью на сегодняшний день представляет большую проблему для нас. Примерно где-то 20% больных первично имеют сразу устойчивую форму туберкулеза, и мы должны ее сразу правильно лечить, потому что лечение туберкулеза – это длительное лечение. И именно в этом и заключается сложность, что это длительно, это долго, и препараты довольно-таки серьезные, принимаются огромное их количество, и потому что мне очень жалко наших больных, которые вынуждены принимать минимум 4 препарата, а максимум 6-7 препаратов. Я представляете, если это маленький ребенок, то все это очень сложно. Какие те или иные побочные реакции на прием наших препаратов у людей бывают достаточно часто. То есть это химиотерапия, хорошее дело, химиотерапия не назовут. И в зависимости от чувствительности микобактерий туберкулеза сразу назначается лечение, химиотерапевтическое лечение туберкулеза. В зависимости от опасности для окружающих больного, то есть если он массивный бактериовыделитель, который предположительно может заражать окружающих, то, конечно, первично начало лечения и сам набор препаратов должны быть сформированы в стационаре. После этого больной может перейти на следующий этап дневного стационара и закончить свое лечение на амбулаторном этапе. Минимально туберкулез лечится 6 месяцев. Это самый минимальный срок. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью лечится от года и более. Поэтому вот такие вот у нас сроки. Государством предусмотрено лечение туберкулеза, все препараты для лечения туберкулеза абсолютно бесплатны для наших больных, они оплачиваются бюджетом уровня субъекта и федеральным бюджетом. Точно так же, как и диагностика туберкулеза, она оплачивается из средств федерального бюджета. Талия Анатольевна, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Наталья Анатольевна, давайте, наверное, поговорим о реабилитации людей с туберкулезом, как она проходит сегодня. Нам интересны все подробности. Кроме, как мы уже сказали, что туберкулез заболевание излечимо, и основным методом реабилитации больных туберкулезов, как бы это банально ни звучало, является химиотерапевтическое лечение. В установленные сроки прием препаратов, установленная длительность этого приема, прием полного набора препаратов, это является самым главным залогом успешного лечения туберкулеза. Если уже не получается у нас с помощью обыкновенных химиотерапевтических методов, то у нас существуют средства оперативной реабилитации, то есть хирургическое лечение туберкулеза, и, в общем-то, очень успешное. И у нас хирургическое отделение, которым можно гордиться прямо вот на всю Россию, даже можно гордиться хирургическим отделением нашего диспансера. Существуют противотуберкулезные санатории, в которые мы отправляем наших больных, и больные очень довольны, потому что они находятся в разных прекрасных местах нашей необъятной страны. Есть и в Крыму, и Ленинградской области, Московской области. Прекрасные санатории совершенно. То есть отправляем своих больных. Благоприятный климат, да, необходим, естественно, особый климат, да. И, в общем-то, часть реабилитации можно пройти там. И в результате комплекса вот этих мероприятий человек полностью выздоравливает. Мы допускаем его в любые совершенно профессии,
за небольшим-небольшим исключением. И, в общем-то, продолжает жизнь, как человек, совершенно никогда не болевший. Особняком несколько стоит это детская реабилитация, потому что зачастую в реабилитации нуждаются детки не только больные туберкулезом, но и из семей больных туберкулезом. Потому что вот этот момент, когда взрослого человека, больного туберкулезом, нужно разобщить со своим маленьким ребенком, и чтобы он и получил и химиопрофилактическое лечение в условиях стационара, где за ним присмотрит и доктор, и воспитатель, где будут с ним и играть, и развиваться он будет ничуть не хуже, чем в обычной школе или детском саду. Это тоже имеет большое значение, и у нас в Приморском крае для этого существует прям целый набор различных это одно учреждение, детская туберкулезная больница, подразделение детской туберкулезной больницы, санаторно-реабилитационное отделение, которое находится разбросаны по всему Приморскому краю, и всегда можно подобрать что-то, что будет удобно и родителям, и ребеночку. Насколько мне известно, как раз вот маленьким пациентам также помогают у нас посредством ипотерапии. То есть лечение лошадьми, да, если быть дословной. Ну, может быть, не столько это лечение... Реабилитация, точнее. Лечение тела, сколько, наверное, лечение духа. Конечно, общение с животными деткам всегда и радостно, и как-то повышает, и мотивирует их на совершение определенное. То есть я думаю, что это прекрасный метод, и... снижает уровень стресса у детей, которые, конечно, на фоне того, что вот, представляете, семья, нормальная семья, взрослый человек попадает на длительный срок лечения в стационар, да, который может закончиться хирургией, тут как-то так все неопределенно становится, и маленький ребенок тоже чувствует себя как бы изолированно, тут иногда и с родителем общаться ему нельзя какое-то время, это все очень стрессовые, напряженные ситуации создает, и в этом случае, мне кажется, центр ипотерапии будет прекрасным подспорьем, да, для решения этих вопросов, именно психологическая адаптация детей к этому состоянию. Наталья Анатольевна, у нас буквально немножко времени остается, и очень бы хотелось, конечно, сказать о методах профилактики туберкулеза. Существуют ли они, и если да, то какие? Методы профилактики любых инфекционных заболеваний, они сводятся к двум моментам – специфические и неспецифические. Специфический метод профилактики туберкулеза, к счастью, существует. Это вакцинация вакциной БЦЖ в родильном доме наших деток. И она совершенно точно сможет защитить вашего малыша в первые годы его жизни от развития тяжелых форм туберкулеза, генерализованных септических форм туберкулеза. А в последующем основным методом профилактики туберкулеза является его раннее выявление, то есть своевременное прохождение профилактического осмотра и лечение, если выявлено заболевание, будем надеяться, на ранних стадиях. Ну и, конечно, ведение здорового образа жизни, это, мне кажется, профилактике всех заболеваний не повредит. Что ж, подводя итог нашему разговору, стоит сказать, что, конечно, нужно следить за собой, не пренебрегать флюорографией, да, на которую мы так часто находим причины не сходить лишний раз, но, тем не менее, это нужно делать, и тогда все будут здоровы и не будут заражать других людей, и туберкулез наконец-то отступит, я надеюсь. Совершенно верно. Мне кажется, что мы увидим смерть этого заболевания даже при нашей жизни. Спасибо большое, Наталья Анатольевна, спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.